Экологически чистую продукцию из Казахстана впервые представили в Сеуле на международной выставке продуктов питания. В ней приняли участие компании из 78 государств. От нашей страны был производитель из Алматинской области. Он предложил южнокорейским покупателям натуральные соки, джем и пастилу из яблок. Особенность отечественной продукции в том, что она произведена в экологически чистом регионе. Фрукты выращивают в Енбекши, Казахском районе, в предгорье на высоте в 1200 метров над уровнем моря. В этом году компания намерена отправить на экспорт 8,5 миллионов литров сока. Товары с надписью «Made in Kazakhstan» будут поставлять в Россию, Польшу, Германию, а также в страны Азии. В этом году для нас это первые шаги по выходу на экспорт в Юго-Восточную Азию. Мы заключили контракты с странами Юго-Восточной Азии: Катар, Сингапур, Малайзия, Эмираты, Китай. Сейчас для нас пробные шаги идут по работе с Китаем. Несмотря на достаточно сложную логистику, есть очень серьезный интерес на нашу продукцию, как на регион экологически чистой продукции, как на поставщика, который имеет органик-сертификацию на свою продукцию.